Сейчас я спрошу, погоди. Вот. На 200. Ну что, походу. Ну чё, друзья, дождались. Ирис против Юху! Нура. Делайте ваши ставки, Можно друзья. побежать. Это Йохан ту за хом, друзья. Кто спать пошел, они такое зрелище пропустили. Да, между прочим, так что не надо спать. Если Азам стримит, то спать ни в коем случае нельзя. Это я вам как эксперт Надо уверяю. терпеть после стрима Азама. Вот Ну сразу что вот такое? спасибо. Да-да. Нектар. Мультифрукт. Один день исключения сделаем, пацан. Реально, спасибо, пацан. Да, сначала один день исключения, потом. Просто не знаю, за кем А следить потом через даже. неделю опять Азам 92 килограмма. Какой 92, 107 килограмм, 109 заново. А, да. Не-не-не, пацаны. Жесткая диета. Но сегодня чуть-чуть я расслабился. Уже сколько дней ты на диете? 20 килограмм, но раз 20 дней. сегодня, если ты поешь салат. Сколько? 20. Больше Сюда, за 20 20. дней будет сбросить 7 килограмм? Ну, бля, я же спорт оставил, спортом жив. Мне спина болит, мне нельзя. Я А вот чисто ты на с работы диете сюда дальше худею. спортом не занимаешься? Ты там ничего не делаешь, я работаю? Нет, конечно. Ебать, блядь, ты хочешь сказать, все люди, которые работают, блядь, спортом занимаются, что ли, блядь? Я не в этом суть, там же, вот, например, военные, там же нужно выходить, там что-то поднимать, таскать. Ты же как Толпы, цель что ли, блядь, я же, блядь, я чуть себе работаю, блядь, все это, блядь, ишак, что ли, блядь, там, блядь, таскать, блядь. Это не, он ДПСник. Они, Понятно, бля. мне кажется, они до того сильно играют, что, блядь, игра не успевает захватывать, блядь, что они делают, бля. Блин, они сейчас будут так вот... Бля, в конце мне, знаешь, что победит? Нур, и на кулаки есть. Ой-ой-ой, произошло Бля. Бля, недоразумение. они прикалываются или они прикалываются? Убейте друг друга, заебали. Не-не-не, Азам, они так будут палиться, у них стиль одинаковый считать. И Ириса так уже закрытый, и у Нура закрытый. Они так будут постоянно палиться. Был бы там лайк, уже сдох бы. Нет, я бы просто играл бы. Я Они не стоят на месте. Бот. Скоро тебя кикну. Блять, акула, надоел я, не трожь, дай я 10 тысяч очков собрать. Вот должно быть, у меня уже 25 тысяч очков. Все кикнуть. Так ты не будь потом. Да все, я наелся, я больше не хочу, блядь, кушать. Ематы, конечно, могут. Не знаю, блядь, половину покушал. Обычно, блядь, полную порцию кушаю. Блядь, сегодня шурму поел. Шурма Не знаю. Как и говорил лайк. С кулаками. А как с кулаками? С кулаками. Я ж тебе говорю, что бразильцы будут бомбить. Рост такой, ну какашка, а, это мейт. Нечестно. Нечестно срать в почтовый ящик, когда хозяин не видит. Очень много телек, это будет выступать за это. Это же просто дружеский бой. Я поэтому брал кулаки, когда раньше с ними сидел. Да, они помогают реально, что фуловый кулак. Вместе, что он там, Мне кажется, выиграет тот, кто из них выиграет. Правильно. Мне почему-то так кажется. Вам как кажется? Лагает, улица лагает, видно. Стенки не спали. Что-то распустился, я это очень жестко было. Ебать, ты на диете, я тебе отвечаю. Бля, это все из-за тебя. В смысле из-за меня? Потому я что ты даже очень не много про еду рассказывал, я проголодался. Я свои в эти поебу фрукты как-то. Я ел осетинский пирог с сыром.
Да. Конечно, блядь. Который вот, нет. Который вот тянется, короче, когда... Нет, самое вкусное, это хачапури, например, по-адарски, либо просто вот лобочкой, да? А сейчас тебе хачапури сделаю, иди отсюда, да, вот. Ты что, да, вот, что ли, хачапури не пробовал, что ли? Нет. Грузинская национальная блюда, им это вкусно? А это, короче, на которое, на самсу, что ли, похоже? Азам, да, сидишь, да, блядь, кушаешь, блядь, аппетит поднимаешь. Пацаны. Извиняюсь. Я не каждый день же кушаю, я на диете. Сегодня решил недоразумение. Сегодня решил чуть-чуть. Грузинская национальная блюда. Бля. Хотя путь. Азам, дай 50 тысяч рублей. 50 тысяч раз отсоси. Ой, ты... Не на то, что... Будешь смотреть бой мага Исмаила. Конечно, брат. А когда он будет? Что? Мага и смажет лысый хищник. Да. Он будет драться же скоро с этим штыковым. Чё за штык? Блядь, шкаф, блядь, не видел что ли этого? Нет. Думает, он, наверное, на этих уколах. Какой огромный. Бля, не знаю, что-то у Риса либо не летит, либо Нур слишком сильно играет. Бля, каждый выстрел голову. Произошло недоразумение. Просто Нур мой ученик из-за этого. Отвечай, его надо просто босиной закинуть и все. Чтобы вы понимали, Нур каждый день очень сильно задротит. Я тебе отвечаю, я утром просыпаюсь, 8 часов на дистанционное обучение, блядь. Он уже в игре в комнате играет, на меня в комнате играет. Такой, блядь, ну что ты делаешь? Тебя что, не спит? Мне кажется, даже ПКшникам трудно будет с ним играть. А? На 500 хп вот его еще можно осилить, а вот на 200, блядь, одна голова. Бля, все, я наелся, ну так много кушать тоже, блядь, не хочу я, блядь. Азам наелся и спит. Ой-ой-ой, 50. Знаешь, что не идет, блядь, как раньше, блядь. Желудок маленький стал, блядь, из-за того, что не кушаю. Раньше отвечаю. Бля, отвечаю я вам. Раньше салат и два. Это как он называется? Две вот это, порции роллов и бургер. Спокойно кушал, блядь. Даже, блядь, не говорил. А сейчас чуть-чуть покушал, уже, блядь, не могу, блядь. Маля, помню, да, мастеримит, когда он приготовил его себе бургер, там что-то еще, блядь, и покушал по кайфу. Смотрите, пацаны, я покушал, честно говоря, смотрю, даже живот не вышел. Покажи салат тебе вот на это, на пример, сейчас салатик. И мать я покушал, и мать я ешь, как отвечаю, ладно. Ой-ой-ой, произошло недоразумение. Что это, что случилось? Он голову дал. Ой, бля, простите, я думал, вебку вырубил, бля. Нет, ты чё? Ёма, хватит, ты чё? Эй! Кто чё? Это? Муса, ты что ли? Да. А кто? Это лайк, по-любому. Я всё время разговариваю. Не мать, ты худеешь, говорит. Этот пузатый. Пузатый. Она разговаривает, у меня пузырёт. У тебя живот, да? Свайпер мудрецу его привет передает. Я мечтаю с тобой поиграть. Спасибо за шаша, за донат. Азам тут Ибрагиму и Рада. Это я передал. Через 2 месяца плюс 20 килограмм будешь. Азам, салам алейкум. Как диета? Среди ночи. Салат. Ты не хочешь? Ты хочешь набрать вес? Вообще-то салат это не диета. А, да, блядь. Нечего, блядь. Этот, как его, блядь? Теперь и салаты не кушать, что ли? Ебать, салат это не диета, блядь. Давай я, блядь, я не знаю, очко мамонта покушаю, может это диета, блядь. Как может салат, блядь, не диетический быть? Салат, в котором если только трава, блядь. Ну ладно, в Цезаре салате там, блядь, есть соус, да. Блядь, да, базар нет. И там есть креветки, блядь, да, базару нет. С этого могу согласиться. Но, блядь, сказать, что салат это что-то, блядь, жирное или нет. Что-то такое, лоу, блядь. Это не такое жирное. Да, блядь, если это... там много мяса, там что-то такое, то курица там все, короче, напихано, там жестко. Там хлебушек, хлеба, сухари, да? Короче, блядь.
Давайте я так сяду, лягу, бля. Вы же не против в чат, бля? Ай, бля! Не-не, я не против. Полностью с тобой солидарен, Дюба. Мы пускаем тебе, Аза. Бля, мы так уж и быть, пустим. Отвечаю. Ой-ой-ой. Дал урон. Да. Ань. А вот это что-то не сделаем. Риса падает на нос. Нура. Нура закрывает, побегает от Риса. Набегает на Нура. Ой-ой-ой, ставит стенку. Какая превосходная красная стенка. У Риса она фиолетовая. Ой-ой-ой, стреляет небо. Очень прелестная игра. Стреляет по птицам. Товарищ. Два хайлайтера встретились в маленькой зоне. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, произошло недоразумение. Это... Это Зимпуза. Рис уже это делает, как его? Реванширует. Камбекает. Пацан, у вас было такое, что вы тут сидите, у вас все нормально вроде бы, блядь, болит хотите жестко. Ну срать не можете. Ну типа в туалет хотите, но не выходит. Было такое, что типа в туалет хотите сильно, но не выходит. А кого-то мне говорил, там пальчик в попу, ну поможет, я не хочу такие вещи делать. Аколок уже спит. Аколок наелся и спит. Да, мне кажется, аколок спит. Пиццу свою с устрицами. Я представляю, просто его кресло, она там либо хрустит, блядь. Голова наклонена. У него не устрицы, пацан, у него тоже креветки. Ой-ой-ой. Произошло недоразумение. Как пройти проверку в черноту? В описании написано, брат. Ну, ой. Сегодня я не принимаю больше, бля, завтра только. А завтра тоже проверки будут? Завтра сделаем 5 бесплатных проверок и одного челика аватара. Остальных я не буду принимать, потому что, блядь, я устаю очень сильно. Голову человеческого внимания уделим, потому что эти проверки уже реально задолбали. Кстати, вот это вот эти 2 часа, 2,5. Не, какой, 1.5 часа, которые я на проверку потратил. В рейтинге поугарать могли бы. И онлайн, да. Я думаю, намного выше будет в рейтинге. Да, да, да. Полностью солидарен. Знаешь, когда да, вот, очистка проходит, тогда только проверка там поделать, план заполнился, и все. Играть рейтинг. Пацаны, вот хотел бы я вам один вопрос задать. Вот как вы первый раз нашли мой канал? По рекомендациям или как? Вот, какое ваше первое ощущение было? Я считаю, что у 90% было такое ощущение. Блядь, что долбоеб. Не, хулиган, я, короче, Free Fire набрал. Завтра тебя проверю. Я помню, вот я тебя помню с того момента, когда ты вот Кватера вот курятники убил. Там давно. Я такой думаю, ему... А, я тоже его. Помню. Сразу подпишусь. И потом смотрел твой каждый стрим и просто друг каждый раз. А я помню, все когда все ты это нубом притворялся, это да. Интересно было. Голос плохо слышно, а потому что я далеко был. Без этого надо. Осмайлов, потом я помню, когда аджа... вышел первый уже выпуск. Уже бы ты покупал я рекламу. Я уже бы рекламу покупал? Моросите, что ли? Может быть, жабка чисто от души меня пропиарил, но поверьте мне, я рекламу ни у кого не по... Ну, один раз у Ленура брал, когда у меня 1000 подписчиков было, и все. Ну, это давно было, это танки я играл. Вот тогда я одну рекламу покупал, а так я больше никогда в жизни рекламу не покупал ни у кого. А у кого рекламу покупал, если не секрет? Нур, Нур говорю, блядь, Ленур. Там Фортнайтер. А сколько у меня подписчиков было? И я один раз не покупал. Он танкистом раньше был, у него актив большой был и так далее. Потом он оставил танки, ушел с танков. Но он но у него было, если не ошибаюсь, в то время у него было 10, что ли, тысяч было. Но у него видосики набирали по 50 тысяч, короче, просмотров. Погоди, вот когда Зелебов хайпил давно-давно, сколько у него было онлайн? Сколько у него человек? Честно скажу, у него онлайн где-то... 1.5-2K было, бывало. Ну, это самый большой онлайн был в то время. Да.
У Зелебобы хайпился в 2008 году. Я хайпился у Зелебобы. Чтоб ты понимал, Зелебоба сам меня вызвал один на один поиграть. А не я его вызывал. Лол. В каком 2008 году, блядь? В 18 году, говорит, еще, блядь. Какой 18? Это вообще 17 год был. Где мы с ним, блядь. Когда мы с ним встретились, с Зелебобой, блядь. Угу. Только дауны, блядь, которые не знают, блядь, хуйню несут, блядь. Вот они могут это сказать. А, я помню, вы на пике тогда играли. Да. Когда я стилу писал... Зелебоба сам... Короче, я зашел на его стрим, я сидел... Я просто комментировал, как обычный человек. У меня модерка была, кажется, или не была. Не было. Я просто, как обычный человек, прокомментировал. И в чате. И все начали спамить голосу Азамом. Вообще, я не просился даже. И он мне говорит: Азам, давай проверим твой скилл и так далее. Давай заходи, поиграем. Мне он говорит. Типа, ну, час спамил, как бы, и давай проверим. Ну, блядь, я тоже не особо сильно тогда играл, только-только начинал, как бы. И давай, говорит, проверь. Я его тогда выиграл. Да, базару нет, я хайпанул, но я не хотел этого хайпа, он мне сам дал этого хайп. Как бы, у меня не было такого, что я, блядь, сейчас пойду специально, блядь, буду его вызывать на бой, как это сейчас делают, как сейчас привыкли люди, вызывают набор популярных людей, чтобы хайпить на них. Нет, такого я не делал, блядь. Я просто, как бы, как обычно, играл. Зашел на стрим, он сам меня вызвал, я с ним поиграл. Да, базар нет, это был хайп. Но это был хайп не такой, как вот, который делают сейчас люди, которые, блядь, типа, вызывают, бля, Азам, там, выходи один на один и так далее. А где этот бой посмотреть? На Ютубе, может, Зелебоба против Азама посмотреть. Ну, там, короче... Там миллион просмотров. Да? Там миллион нету, наверное. Да. Там, я помню, 500 тысяч было, но я не помню. Один хайпанул на 500. В смысле, зажимщик Ирис, если он в голову только что убил? Знаешь, что они говорят? Типа, когда Ирис тело убивает, типа, это зажим. Хотя зажим, блядь, нужно два раза, типа, зажать. Зажим? Пацаны, зажим это когда ты... зажимаешь. А то, что он в тело убил, это не означает зажим. Он же, блядь. Ну ладно, блядь, он в голову целился, попал в тело. Это зажимщик, что ли, блядь? Может, у человека не полетело, а в тело полетело. Он же специально в тело по одной тыке не стреляет. Он старается в голову попасть, не лететь. Ну, это... Некоторые люди думают, что он так. Чекни, что это в кто заметил, пацаны? Мне многие сегодня пишут то, что типа, Азам, что с тобой сегодня ну мало материшься практически. Потому что даунов не было у меня в катке. Я спокойно играл, блин. У меня не было, блядь, в катке, блядь, хайванов, которые херней страдают. Мы с Акулом спокойно поиграли, блядь. И так далее, блядь. У меня не было, блядь, геймера, который, блядь, хайван, блядь, никогда не спасает меня, блядь. Хороший раз. 5-5, пацаны. Блядь, ну... Блин, бой... Я вам скажу, очень близкий бой. Очень. Сперва я думал, что Нур, блядь... Я даже хотел сказать, что... Типа, Нур, блядь, где-то... Большим разрывом выиграет Ириса. Я хотел даже так сказать. Но потом смотрю, блядь, Ирис... Что-то в себя пришел и начал разыгрывать. Он разыгрывается просто понемногу. Так, Нур же сегодня на этих... Играл много, Ирис я не играл-то. И матч счет 5-5. Да, Нур многим разыгрался. Ну, уже Ирис тоже разыгрался, как бы. Было бы, знаешь, такая интрига, если бы был счет 6-6, они бы просто вышли, как все делают на видосах. Ай, блядь, что бы в чате началось бы, блядь. Нахрен ты это сказал, лай. Да, просто... Бля, что бы там началось бы, это пиздец. Была бы интрига, знаешь, вот так вот Джеки делают, М8Н делают вот так же. Да интрига-то чё, бля? Какая интрига, если этот, как его? Ты интрига говоришь, блядь, если он же уже Нур же, он проиграл один раз. А, он типа как реванш берет. Да, ну как ну, бы Ирису да, побеждать сейчас надо. Если Ирис реванш хочет, то... Ну тогда они до 4 играли. Но если бы сейчас тоже играли бы до 4, то он проиграл бы Ириса. Да. Играть нужно, мне кажется, 500 хп надо играть, СНС. Почему? Вот да, Адам, давай завтра проверки по-братски на 500 хп сделаем. Знаешь еще что, Адам? Короче, когда ты 4 раунда ставишь, вот, например, вот калаш, вот все эти оружия не можешь пить.
Какая-то имба. Бля, можно было бы сделать бесконечные бабки, бля? Ну, тупо заходишь и что по кайфу покупаешь? Нет, это было бы слишком имбово. Это наоборот, ты, да, он в смысле, покупает, не, в смысле, у вас равные шансы, все есть, блядь, равными шансами вы деретесь. Ну да. Например, ты заходишь, берешь, у тебя есть, ты фул одетый, и он фул одетый, и вы файтитесь, бля, я думаю, это больше справедливо было бы. Например, сейчас бывает такое, что он тебя убил в самом начале, у него залетело, и второй катке он, блядь, дробовик берет, а у тебя дигл, блядь, и с диглом, да, базар нет, ты... Ну, если ты не попадешь, он может зажать, там, убить. Если у него 200 хп, ты можешь его ваншотнуть. А на 500 хп ты так его не ваншотнешь. Вот в чем прикол. Пацаны, газуйте, за кого вы, блядь? Нур или же Ирис? Нур или Ирис? Честно, я болею за ту игру. Я, честно скажу, болею за красивую игру. Я за Ирис болею полный рост. За кого? За Ириса? Да. Ну, как сказать, болею? Я хочу, чтобы Ирис выиграл. Почему? Я не знаю. Че, Нур не симпатизирует тебя? Я просто, знаешь, Нур и Ирис мне симпатизируют оба, но смотри, вот самый первый раз. Блять, промахнулся, еба. Поэтому. Сейчас просто на победу играет. Че говоришь? Ну вот самый первый игрок, который я заметил, что реально сильно играет с телефона, это был Ирис, поэтому я вот говорю, типа... Первый. Ну, типа, ты его больше знаешь, за него газуешь. Да. Но Нур тоже, бля, очень жестко катает. Он, мне тоже он нравится, типа, как он играет. Ну, пацаны, это как бы пассивная зона, как бы там кто... По идее, честно скажу, Ирис тоже зажал, но он просто не попал в него. Ирис зажал, не попал, и Нур зажал. Ну, бля, это пассивная зона там, бля, вот такой, как ваша очко зона, бля, что там делать, я не знаю. Как очко Зюма такое маленькое, бля. Где Зюба? Зюба спать пошел, мне кажется, уже устал. Нура убил. И Нур убил 6 раз Ириса. Бля, не каждый человек может убить Ириса или же Нура, блядь. Эй, чё ты стреляешь? 4 хп. По вронику всё-таки. Сейчас, секунду. С самого начала сижу, яйца уже... Вспотели. Хули, а у тебя яйца есть, что ли? Эу, гучи флип, флап, чики, мики, фики, масай, нахасын, мисуху, фасын, хасын, сын, насай. Бля, ой-ой-ой. Мне кажется, Нур может, Нур говорит, Ирис может выиграть. Тихо, он может даже полный рот зажать. Погоди. Зажимать-то он не будет, зажимать, это 100%, если я скажу. Ну то есть рандом куда? Он даже если, блядь, поймёт, что надо тычку дать, он зажимать не будет. И Нур не будет никогда зажимать. Ну, если его не зажимают, конечно же. Не, они не зажимают вообще. Бля, вот так удобнее смотреть за ними. Отвечаю, а то голова болит, бля, когда ты, блядь, за ним смотришь, как он двигается. Они очень быстро светятся, камера не могут это сфокусироваться, и, бля, пипец. Голова. Давай, я даже отвлекаться на донат не буду. Если я свои яйца достаю, даже буква хуй. Хулиган, бля. А души задал. Ну как мы, как? Нур уже фуловый, чё за бред? Тот момент, хулиган, когда яйца больше, чем чучун, да? Если они выиграют, не говорите, кто выиграет, да. Типа, у меня стрим, типа, опаздывает. Да, он не говори, кто выиграл. Дима, чё Мирис сделал? Арен, ты говоришь, я тупой, ты Дауни. Ваня! А, вы Дауни. Бля, зажал, бля, зажимом убил. Бля, Нур зажал полный рост. А он тебя, блядь, смотрит вот так. Ой-ой-ой. Что происходит с тобой? Давай посиди за мной. Кулаками! О, не! Ирис выиграл. Ой, блядь, я не хотел говорить. Ну, блядь. Чпёс, блядь. Молодец. Короче, Ирис взял реванш. Ирис реванш взял. Хороший зажим пишет. Хорош,